В месте, где я живу зимой, ночной намаз наступает в 18:15. После него я делаю 2 раката ратибат намаз. После него сразу 3 раката с одним саламом витр намаз. Потом часов в 12 ночи я ложусь спать. Иногда просыпаюсь и делаю 4 раката 2 по 2 тахаджуд. Правильно ли я делаю? Бисмиллях, альхамдулиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях. Да, после иша сунна делается, потом делает витру 3 раката. Витру не обязательно 3, можно 3, можно 5, можно 7, можно 11, сколько он хочет. После сунна иша можно это делать, если он уверен, что он не просыпается. Усталый день прошло, или время сна мало, или он по своему опыту знает, что он не просыпается. Боится. Тогда лучше перед сном делать. Ну, как он говорит, иногда я просыпаюсь и делаю, например, тахаджуд по 2 раката, 4 раката делаю. Можно и 4 делать, можно и 6 делать. Да, так правильно и делать. А если она повторяется каждую ночь, лучше витр тоже не делать, проснуться, потом в конце делать витр, когда проснулся. Так, если он так делает, за то, что он что думает, не просыпается, ну и когда просыпается таким образом, он повторяет, там это является лучший способ, Аллаху а'ляму.